Трое магистрантов Института геологии и нефтегазовой технологии Казанского федерального университета защитили свои работы во Франкфуртской горной академии. В скором времени они представят свои диссертации уже в родных стенах. Необходимо было поступить на направление стратиграфия магистратуры. Она основана совместно с Франкфуртской горной академией и предусматривает обмен на один семестр во втором курсе. Мы достаточно тесно сотрудничали с профессорами. У каждого своя научная тема, соответственно, каждый общался непосредственно со своим руководителем, больше всего по своей теме. Вот. Из особенностей я могу отметить то, что студенты Германии могут сами выбирать предметы в начале семестра, то есть необходимо набрать на определенное количество баллов предметы, которые ты будешь изучать. Луиза, Ленара и Радмир обучаются по программе «Двойные дипломы» совместно с Техническим университетом Фрайбергской горной академии, в рамках которой студенты изучают часть предметов в Германии. В прошлом году состоялась успешная защита работ первых выпускников данной программы. Я изучала чернослианцевые отложения, и эти отложения интересны тем, что это нефтематеринские породы, и очень интересны для реконструкции, например, осадочного бассейна, то есть для реконструкции условий осадконакопления. Один из научных руководителей с немецкой стороны, профессор Йорг Шнайдер, в своем письме руководителю стороны КФУ Владимиру Силантьеву оставил положительный отзыв о студентах и их работах. Ребята проделали действительно хорошую работу и показали себя как добросовестные и внимательные студенты. Также профессор Ротьбахтер и доктор Йонкер из департамента тектоники с большим интересом следили за ходом защиты и выразили желание сотрудничать с Казанским федеральным университетом, который имеет уникальную технологическую базу в области термохронологии. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.